Дайте рез, пожалуйста. Убивали, что хуйню приходили с первого раза без всяких проблем. Началось, ебать. Последние 2 недели, блядь. Вайпы, нахуй. Без остановки, блядь. Ну это после реворка, нахуй. Локи, вот смотрите, блядь, я вам еще раз показываю. Вы стоите в кресте, блядь. Вот когда я босса веду, блядь, вы можете вот сюда вот в печеньку поставить условный портал, блядь. И когда я говорю, блядь, ушли за спину, нажать этот портал, и вы будете уже за спиной, блядь. Это что касается локов. Короче, на полубах. Это касается эфира и спейс. Если есть припот на броню, можете вначале выпить его тоже нахуй. Потом пролить. Лапу дроид бахну. Настя. А чё даю? 5, 4, 3, 2, 1. Геру дайте. Рофлы еще глюдай с вами. Настя, ты как-то криво стоишь. Дабл урон, 1 секунда. Дабл урон пошел. Руки. Бентли уже умудрился как-то умереть. Вставай. Да я не могу встать, я проебался. Он в огне. Я понятно. В огне. Ушли все за спину. Зубы давай по мне. Никто сейчас не подходит. Блять! Пизда нахуй, ебать развернулась сейчас нахуй от этого ебаной хуйни, блять. Ой, конченая залупа, блять. Нормально успею повернуть. Дай рофлыч ПР по нему. Одну руку сзади помогите. Бентли хорош. Прибахните шамана. Речь. Дабл урон пошел. Идр поглю рофлич. Тук. Заплетается язык. Стэн, дай гимн ману волк, поставь ты там.
Сейчас сразу уходим за спину. Ушли за спину быстрее, за спину ушли. Вернулись в крест. Я в курсе, что зубы к ним. Опять почему-то у него 60 ранги, нахуй. Почему она, блядь, копится? Хуй его знает. Глю, когда я скажу, нажмешь массакру и дашь эма на огонь. Огонь освободите, пожалуйста. Да, у меня есть команда. Окей, Настя, нажмешь ему на огонь. Ушли все за спину. Давай все круглим. Блять, дай капли по мне быстрее. Я дал уже. Нормально. Угу, вернулись под ебало. Опять, блядь, 60 раги у него. Да чё за хуйня, блядь? Ебучий Сирус, нахуй. Всё ж нормально, блядь. Кого хуй у него рага, блядь, копится, нахуй? Как дебилы, блядь, ничего нормально сделать не могут, сука. Всё сломают. Ж никто не умирает, блядь, больше. Блять, ебать у него стаков, нахуй. Да хуя, блядь. Сейчас после этого ошеломляющего сразу за спину уходим. Сразу, блядь, прям быстро, нахуй, четко. Сын анархии, сокрой быстрее. Все, вернулись обратно, подъебало, прохил. Опять все тратить. Да ну нахуй, что за бред, блядь? Что они я с ним понял, сделали, нахуй? Прикол, бесы умирают и от этого демона. И рага дается. Короче, ясно, блядь. Всему виной ебаные демоны, я понял, нахуй. Правильно я, блядь, говорил, когда снимать Т4, нахуй. Вон вот эти зеленые петухи спавнятся. Да, вот они умирают, и рага прибавляется. Больше, нахуй, этих демонов Т4 на этом ебаном груле точно не будет, нахуй. Пизду, блядь. Трэш ебаный, нахуй. Ладно, сейчас дам из баунти. Потом после ошеломляющего уходим за спину сразу. Ушли за спину быстрее. Вернулись обратно, подъебало. 100 раги, блядь. Ушли, 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 нахуй. Да не, это пиздец. В пизду. Демоны, да? Нахуй. Просто в пизду, блядь, эту хуйню ебаную, блядь. Уберите нахуй свое Т4, чтобы я его больше вообще нахуй не видел никогда на этом ебаном груле, нахуй. И что там за хуйня, блядь? Чё, кто руку нахуй не закрыл сейчас, блядь? Сейчас все дружно, нахуй, РДД зоной получаете минус, блядь. Сложила до хлопка, говорит. А кого сложила там? Там, блядь, руки нахуй не закрыли. Не, вот он пишет в фонаре, что сложило до хлопка, типа кто-то в руку встал, его там убило. Кто-то в руках был 100%, но его сложило до хлопка. Из-за механики. Адским ударом этим, да? Видимо. А это что, я в руке был, блядь. Я не РДД. Получаете все дружно, нахуй, я вам сказал сразу, нахуй. Один за всех и все за одного, нахуй. А мне 500 за то, что я заметил, то что... Кто это? Да, то что метеор нахуй словил. Ну, больше кроме меня там никто руки не закрывает. Могу не ловить. Там я должен закрывать Войт Фьюри с той стороны нахуй. Так, имей пишем. Все хорошо. Кто там в демоне? Спейсин? Убирай нахуй и просто свой этот спек нахуй. Вообще нахуй. Убирай Т4.
На этом боссе я быстренько спекаюсь. Значит, блядь, кто там в демоне, нахуй? Убирайте нахуй своего демона, либо снимайте Т4, мне похую нахуй. Либо убирайте демона. Чтоб его нахуй здесь не было, блядь. Вот эта вот хуйня, блядь, которая нахуй каждый раз по 60 раги у него, блядь, после каждого адского, это пиздец просто полный, нахуй. В итоге, блядь, каждые 15 секунд адский получается. Каждые 20, точнее, нахуй. Нахуй такое надо, блядь. Это, блядь, хардмод какой-то, нахуй. Хватает еще с магиком времени, блядь. Не хватит, так останетесь без лута, нахуй. Токен разролит, только нахуй. Жезл пойдет, нахуй. На распил, блядь. Так жопа горит на этом груле, нахуй. Неужели, блядь, сложно сделать, чем нормально сразу? Одно я, блядь, не знаю точно. Демонов тут точно больше, блядь, в Т4 не будет. Если это из-за них, блядь. Да, это из-за них, я видел. Как они умерли, у него сразу рага подскочила. И рыбу хавай быстрее, Серсей. По хантуре баф дайте приста. Не вижу. Все, вижу. Вообще на баф пол. Сын анархии. А что отдаем? 5, 4, 3, 2. Фир, 1. Где ты там бегаешь, не вижу тебя. Ты в кресте должен стоять. Все, вижу. Геро, дайте. Да, сальво. Правая рука. Блять. Пиздец, нахуй. Я хуею, блять. Дай БР по нему войти. Или бахнули по старищу. После этого шламля еще за спину уходим. Все, ушли за спину. Зубы давай по мне. Эма на огонь нажми, Настя. Сука, босс дернулся, блядь, петух, блядь. На Балрон пошел.
Сейчас лучше поглю. Блять. Вася, дай БР по нему. Ушли за спину. Подошли под ебало. Быстрее, 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 быстрее. Угу. Нихуя не подошли. Вернулись под ебало. Речь. Прохил миба. Не надо. Раз через раз эта хуета так больно пробивает. Глю, готовься, давайте круг это скажу. Нажимай. Зубы у тебя есть постоянно? Настя, нажмешь моногонь на адском, когда скажу. И с анархии дашь мышцы сокру. Пристально дашь зубы по мне, когда скажу. За спину все ушли. Зубы, зубы. Масса сокру, на моногонь быстрее. Вернулись под ебало. Быстрее подъебало все стали. Слева руки закройте кто-нибудь. Блять, больно нахуй. Слева руки. Руки слева еще. И под ебалом волк. Блять, ну волк, ну ты ж стоишь, блять, рядышком, нахуй. На тебя нету дебафа. В чем проблема? Ебаный ты насос, нахуй. Сука, ну пиздец, блять. Волк, ты темп поставь. Просто под ебалом прямо руки нахуй. Хуй закрывает, блядь. Глю, подойди в милизону. Где ты там тусуешься, блядь? Следующую руку будешь закрывать, если появится. И Дашмас... Не, не надо. Я из Маунтона. Ушли все за спину. Из Баун дал. Эман огонь нажми. Поменяйся. Не подходим, не подходим. Сейчас, подойдет. Нажимай на Эман. Вернулись под ебало стали. Блять, опять этот петух дернулся.
Выпадки, да. Угу. Пока не надо. На Балран сейчас будет. На Балран пошла. Набивайся. Ты же по 60 не копила? Нет. Демон, да, всему виной, походу. Демон, ебаный, нахуй. И сколько мы вайпались, чтобы ты поднял, блядь? 5-6 раз. Маунта можете ролить? Маунта можно ролить, да? На остальное отказывать. А что это, маунт типа вместо третьей шмотки? Да, да, да. Охуеть, да. Кринч. Да тут говно падает, тут по сути, блядь, только кружка нормальная, остальное охуеть, та нахуй. А кружечка, кружечка у меня сразу. Ну ладно, блядь. Хоть единственное с этого рейда положительное, то что, блядь, теперь будем знать, нахуй, что это из-за ебаных этих бесов, на демонских, блядь. Ой, блядь, так, токен. Да там говно маунт, но он редко падает, он уникальный, он мало у кого есть. Ну, типа, маунт говно, но просто он мало у кого есть. Вот, вся уникальность. Коллекция. Да. 10к пристрел. Бум, так, жезл. И, кстати, волку надо еще снять, блядь. Как ты маунта говорил? Бентли? Ну и глю, значит, получит, раз у него дебафа не было. Ксенонархия. Ксенонархия. У тебя был дебаф тогда, когда ты не закрывал? Когда ты... Ну ладно, блин. Волк, просто сказали, слева никто не закрывал, я на ботах сразу туда побежал. Спейси, мен, поясок. Да там помимо хилов 10 рыл, блядь. Да не, просто, блядь, вот Андрей, по минусу. Он тоже там был и все. Андрей, по минусу, пожалуйста, спейси 5к и кому-то. И пристань десятку. Пристань на обмен. Еще 10 пристань. Десять тысяч и 10 ЕП, короче, представь. Фонарь 500 для тебя только, и то как брату. Давай, мин. Пояс бис. Ну, фонарь минус 5 делать? Да, давай, давай. Я могу еще, я могу минус 25, есть у тебя столько? О, есть. 25. Хочешь, не? Харам, не трогай 25. Ну, ну. Токен еще один. Бать, откуда у вас это ебанулось? Закончится нахуй когда-нибудь еще? 20? Ебанулись? Что это? 100 тысяч? 200 тысяч. А, это сотни? Это еще не тысячи? Да, это что, на токены, блядь, по сотке начали читать? Я тоже охуел, а вот так. Первый раз, я давно такого не видел. Угу. Наглёшь. Да, ну да. Вот так вот, да, значит, блядь? Ребят, начинайте хотя бы от 5к за токены. Все, блядь, уже по 500. Они 100% не уйдут. Мегалу 11, 10. Яката 11. 11 есть яката. 11.5 Space. А у меня там скоро закончится, на самом деле. Так что он долго не подпится. Space обмен. Кружка.
О, это мне. Не-не-не, это мне. Это мне! Это мне! Реально. Хоть что-нибудь, хоть что-нибудь. Давай, блин. Ну сейчас подожди, я минусую. Все, я кину потом, роль дальше что-то я кину. Да кто ролит? Кто ролит, блядь? На Энха это не Триня, блядь. На Фурик это тоже не Триня. Вы ж почитайте, что она дает, блядь, для начала. И от чего она стакается, блядь. Ну Энху еще, Энх... может, она в принципе Энху была нужно... бы нормальная, Энху но нужно... у нас РПБ, блядь. Надо с Кары, она то же самое делает, только там с АП. Это смешно просто. Самая худшая Триня, блядь, за УД Фурику и то лучше будет, которая на АП, блядь, нажимаешь, ну. Да только на комбо-то, блядь, и на Frost DK еще можно, куда ни шло, блядь. У меня по-ОПшная просто. Это что получается? Он рапал Триню за 10 хп? Ну, получается так. Мы с Нуфриком узнаем. Она никому не нужна, потому что... Ну, она так... она проходная просто. Нахуй тебе ты прига, вон Мира ее пригу за 25к забрал, сидит, плащет. Нахуй. Дайте хоть печеньку пощупать. Нахуй. Мира, подгони голды, блядь. Я ебал нахуй за 10 тысяч. Ну, нужно только в положительных целях, блядь. Вот реально, в положительных. Вот смотри, она мне нужна для этого только обычного, короче. Да не, Мира, не на 1060 хотя бы. Чё, Яката? Сколько Якат писал? 10к? 10к. Ну, Яката, блин.